В Мексике спасли почти 200 мигрантов. В группе нелегалов выходцы из Гватемалы, Гондураса и Индии. Также в их числе 19 детей без сопровождения, отметили в полицию. Машины с мигрантами обнаружили на дороге недалеко от города Фортин-де-ла-Флорес в южном штате Веракрус. Большинство мигрирующих людей из Центральной Америки и остального мира, въезжающих в Мексику, направляются в Соединенные Штаты. Однако по пути они часто попадают в руки преступных группировок.